дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила снять видео на русском, и тема сегодняшнего видео будет единорог, но с примесью Хэллоуина. Сначала я хочу стать рог, и для этого мне понадобится фольга, полимерная глина и вата. Вата мне нужна для того, чтобы рог был легким, чтобы его легко можно было приклеить на кожу потом. Желаю приятного просмотра! Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, напишите, пожалуйста, комментарий, подпишитесь и поставьте лайк. Спасибо! До следующего раза!